ЧП на пляже в Эмеретинке, где погибли двое молодых людей, катаясь на гидроцикле, чуть ли не первое за десяток лет, утверждают инспекторы ГИМС. Происшествие, унесшее две жизни, несчастный случай и безответственность предпринимателя, который занимался прокатом маломерных судов. По мнению уже главы города, это халатность, и виновный должен ответить по статье. Ответственны за случившееся и арендаторы пляжа. Вот только какого, галерея Майкоп или Хай-Бич, еще предстоит выяснить. Пляжные территории соседствуют друг с другом. Вы будете наказаны в уголовном порядке, в том числе, если будут происходить вот такие события. Каждый должен понять, что если случилась чрезвычайная ситуация, если погибли люди, то за этих людей кто-то будет отвечать. Каждый случай будем рассматривать с принятием решений. А принятие решения одно. Кто допустил на пляже правонарушение, пляж будет изъят. В заседании комиссии участие приняли и арендаторы пляжей. Они утверждают, что технические зоны – это ответственность водопользователей. Сами же отвечают только за плавающих и загорающих туристов. Самое главное, чтобы спасатели дежурили на пляжах. То есть пляжи работают с 8 утра до 8 вечера. Должна быть шлюпка на воде, спасатели на вышке, спасатели на берегу. Не допускаем заплывать за буи. Находиться в состоянии алкогольного опьянения. Работники технических зон ответственные за технические зоны, за выдачу моторной техники, они к нам не относятся. Да, водопользование к пляжам не относится вообще. И тем не менее, инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические беседы с руководителями пляжей и предупреждают об ответственности за происходящее на территории. Сами же госинспекторы регулярно выявляют нарушителей и составляют на них протоколы. Вот уже 5 дней, как штраф за нарушение правил эксплуатации тех же гидроциклов или катеров увеличили в 40 раз. Благодаря поправкам в административный кодекс он составляет 20 тысяч рублей. Проводятся почти ежедневные рейды и патрулирования. Только в Адлерском Хостинском районе за один день могут выйти в море от 500 до 700 судов. Поэтому мы ведем контрольно-надзорную деятельность за ними. Допустим, в тех годах у нас никогда не было происшествий, связанных с маломерными судами. Ну, в этом году вот это происшествие случилось. Работу мы еще сильнее активизировали. Работаем вместе с прокуратурой, Росгвардией, полицией. Проводим проверки. График дежурств составили и в администрации города. Соответствуют ли техзоны требованиям законодательства, теперь по поручению Анатолия Пахомова проверят и чиновники. Также на заседании принято решение установить на пляжах камеры. Таким образом, за происходящим на воде смогут следить в городском ситуационном центре, куда поступает вся информация с камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный город». О нарушениях на водном транспорте напрямую в транспортную полицию могут сообщать и сами отдыхающие – телефону 260-94-02. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.